Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня будет у нас видео о сайте AliExpress. Довольно-таки известный сайт. Он работает уже 7 лет. Я заказываю на этом сайте больше 5 лет, поэтому мне есть что рассказать, что показать. У меня накопилось немало вещей. Многие из них, конечно же, ношеные. Есть и новые вещи. Я постараюсь вам все показать. Ссылочки на вещи, которые еще рабочие ссылки, я оставлю под видео. Цены, может быть, напишу, может, нет. Перейдя по ссылкам, вы цену все равно сможете посмотреть. Я постараюсь рассказать вам о качестве товара, но единственная проблема, я не смогу рассказать вам о составах ткани, потому что у меня вот это проблема. Я не очень хорошо разбираюсь в тканях, но на ощупь я скажу, приятное, неприятное, колется, не колется, жесткое, не жесткое. Вот. Но хочу предупредить сразу, если мне пришла вещь хорошего качества, это не значит, что вам тоже придет точно такого же качества, потому что у китайцев есть такая особенность. У одного и того же продавца можно заказать вещи в двух экземплярах. И вы знаете, вполне возможно, что одна вещь будет хорошего качества, а вторая вещь будет совсем другого качества. Качество ткани может отличаться, качество пошива может отличаться, цвет может отличаться, размер может отличаться. Это, знаете, это как лотерея. Но продавец, то есть покупатель, застрахован на сайте AliExpress. Если вам не нравится качество товара, ну, я не имею в виду 2-3 торчащие ниточки. Если вам не нравится качество товара, то вы всегда можете открыть спор и вернуть свои деньги. 99,9% я всегда возвращаю свои деньги. Ну, поровну открыто было не так уж много, но все, что я открыла, почти всегда я возвращала свои деньги, потому что покупатель на этом сайте защищен. Вот. Пока вы не подтвердите, что вы получили заказ, пока вы не напишите отзыв, продавец не получает оплату за свой товар. Но будьте внимательны, пока вы не подтвердите, что получили товар, продавец не получит денежку за свой товар. Но у каждой посылки есть срок защиты оплаты, по-моему, срок защиты заказа, может быть, я могу ошибаться. Вот этот срок защиты нельзя пропустить. Если вы упустите вот этот срок, и он истечет, вот тогда вы... можете открыть спор по истечении этого срока, я не помню, только в течение 2 недель, по-моему. Дальше уже, по-моему, нельзя открыть спор. Вот точно не могу я сказать. Я постараюсь показать вещи, которые у меня есть. Большинство вещей я покажу с примеркой, конечно же. Свои параметры, объемы я напишу под видео. Сумочки, ремешочки, очки, может быть, я не буду примерять, ну, а может быть и буду. Поехали, посмотрим, как это все будет выглядеть со стороны. Надеюсь, вам будет интересно, так как мы все очень любим одеваться и экономить. Кто же не любит дешево-то? Итак, начнем с пальто. Пальто я брала в размере XL. Состав. Сейчас скажу, здесь указан. Здесь есть шерсть. О, как хорошо, что я этикетку не срезала. Я обычно срезаю этикетки, потому что они мне мешают. Шерсть 30%, 70% полиэстер. Пальто, в принципе, хорошее, теплое. Единственное, у него есть один минус. Оно колется. На голую шею его одевать нельзя. Оно очень колется. В остальном пальто мне очень понравилось. У продавца имеется еще черный цвет, насколько я помню.
и серый, кажется. Да, три цвета было у продавца. Размер XL. Я брала XL, потому что не хотела, чтобы было в обтяжку, чтобы было посвободнее я хотела. Пальтишко подходит и с каблуками, и со спортивной обувью. Вообще очень классное пальто. Сейчас я постараюсь вам поближе показать. Швы очень ровные. Вообще никаких проблем со швами нет. Пальтишко, оно осенне-весеннее, конечно же, не зимнее. Даже у нас, вот у нас теплая зима, даже у нас его зимой не оденешь. Оно легкое, без подкладки. Заказывала я его осенью. Что могу сказать? В принципе, довольно, оно недорогое за свою цену. А, размер L. L-ка. Так. Есть недостатки. Во время носки появляются вот такие катышки. Видны, не видны, не знаю, но мелкие-мелкие такие катышки появляются вот в районе рукавов, в районе карманов есть. А так, в основном, в принципе, на 1-2 сезона очень хорошая пальтишка. А у продавца были еще цвета, я не помню какие, но черный точно есть, по-моему, розовый был. Довольно-таки очень популярная модель, вот это в этом году вообще их раскупили. Могу посоветовать. Платьюшко а-ля морячка. Платье, оно чуть ниже колена мне. Нижняя часть тянется. Нижняя часть плотная, но она хорошо тянется. Здесь на нижней части со временем образуются катышки. Но их, в принципе, не видно. На этой ткани их не видно. Верхняя часть синтетика тоже, но очень приятная. Я это платьишко надевала летом. В принципе, мне не было в нем жарко, я нормально перенесла жару. Это у меня размер М. У продавца были еще побольше размеры, насколько я помню. Что могу сказать? Качеством довольна. Одно лето оно у меня прослужило, нигде ничего не порвалось, не зацепилось. Стирку, глажку все хорошо пережило. Платье тоже могу порекомендовать. Очень стильно смотрится со спортивной обувью, с белыми мокасинами, с кедами, босоножками. Очень будет красиво смотреться. Кстати, швы тоже все ровные, аккуратные. Вот.
пляжное платье в стиле боха. Ткань очень приятная, хорошая. Прям такая, знаете, в ней точно летом не будет жарко. В районе груди жмет, на большие параметры не полезет. Платье прям до пят. Качество очень хорошее. Материал красивый. Платье в груди маленькое, на большую грудь оно не пойдет. Платье до пят. Интересное платье, мне нравится его фасон, модель очень интересная, за счет вот такой вот спинки, красиво сделанной. Ткань синтетика, электролизуется, без антистатика его носить невозможно, подкладки нету, оно не просвечивает. Что могу сказать, торчало несколько ниток, швы не очень аккуратные. В районе груди оно было здесь велико, очень сильно оголялась грудь. И вот здесь вот я его ушила. Ушила сама. Вот эта штучка, лямка, горловина регулируется, делается меньше, больше. Длина до пят. Ну, в принципе, за эту цену хорошее платье. Ну, так сказать, чтобы я пищала от восторга, нет. Платье на 4 с минусом, можно сказать. Электролизуется платье. Обязательно нужен антистатик. Здесь я его ушила, потому что 1/3 груди была видна. Здесь есть буквально пару сантиметров, не больше. Интересная платьюшка, точнее интересного цвета. С открытыми плечами. Я его приобрела тоже из стадного чувства, так как было очень много заказов на него. Я подумала, раз оно такое популярное, значит, оно хорошее. У меня никогда не было вещи вот с открытыми плечами. Это единственная моя вещь с открытыми плечами. Поэтому мне было интересно посмотреть, как оно на меня сядет. Так как у меня плечи широкие, я всегда стараюсь их закрыть. Но в этом платье мне понравилось, как выглядят мои плечи, оно не делает их шире, село оно по фигуре. Про размер сказать ничего не могу, здесь он не указан, к сожалению. Я посмотрю в заказах и если найду, напишу под видео, какого размера платье. Платьюшко тянется, в принципе, ткань, синтетика, скорее всего, но очень мягкая, нежная. Стирку пережила, глажку пережила, все нормально, ничего с ним не случилось. Единственное, я его одевала под пальто, и снизу были плотные колготки, при ходьбе оно поднималось. Я не знаю, может это зависит от пальто, может быть это от колготок, но факт, что у меня оно приподнималось, в одном состоянии оно не стояло. К качеству платья претензий нету, его можно носить с открытыми плечами, можно носить и с закрытыми плечами, смотрится очень стильно. Цвет очень красивый, он сине-серый такой. Платьюшко хорошее, могу порекомендовать.
очень популярное платье плиссе. Я его купила, честно сказать, подавшись стадному чувству, так как у каждой второй девочки оно было, и как же я без него, и мне тоже захотелось. Платье было в одном размере, единый размер. Длина хорошая, в принципе, оно мне до колена. Но мне очень не нравится, как оно сидит у меня выше пояса. Все обтягивает. Я его вот как платье вот так открыто не надену. Я его надевала сверху с футболочкой. Очень стильно смотрелось. Можно одеть сверху с пиджаком, но вот так вот открыто как платье мне оно не нравится, так как на мои габариты не маленькие. Оно очень в обтяжку. Просвечивает белье. Сюда нужно бесшовное белье. К нижней части вообще нет никаких претензий. Нижняя часть очень красиво сидит. Здесь вот огромные, длиннющие два ремешка. Они не снимаются, они пришиты. Их обматываешь вокруг талии, и создается осиная талия. Вот эта вот задумка очень интересная. Грудь. Я его здесь прикрывала, пришивала, так как очень сильно открывалась грудь. Мне пришлось его здесь пришить. Что сказать? В принципе, качество хорошее у платья, качеству нет претензий. Единственное, это не на таких крупных девочек, как я. На миниатюрных девочек оно подойдет больше. У кого меньшие параметры? У меня очень широкие плечи, спина, поэтому у меня вот это все верхнюю сейчас обтянуло, и поэтому не очень красиво. А так я могу порекомендовать платье хорошего качества. Цвета тоже были, если я не ошибаюсь. Ссылочку оставлю, посмотрите. Девчонки, у меня получается слишком длинное видео, поэтому какую-то часть я отсняла сегодня, какую-то часть отсниму в следующий раз. Все ссылочки на товары я оставлю под видео. На этом все, прощаюсь с вами, надеюсь, вам понравится мое видео. Если понравилось, ставьте пальчик вверх. До новых встреч!